Представляем вашему вниманию комбинированный многооперационный станок модель К5-300П, который предназначен для изготовления изделий из древесины различных пород, а также для раскроя облицованных плитных материалов МДФ, ДСП и так далее. Основными операциями станка являются торцевое пиление, продольное пиление, пиление под углом, пугование, присмусование, фрезерование, сверление и пазование. Приобретая данный станок и действуя по технологии, возможно изготовить любое столярное изделие, что мы сейчас и продемонстрируем. Черновая торцовка обрезной доски производится на пильном участке. Мощность двигателя 2,2 кВт. Диаметр основной пилы 250 мм. Диаметр подрезной 80 мм. Возможность наклона пильного узла до 45 градусов. Заготовка фиксируется на каретке при помощи упора эксцентрикового прижима. Ход каретки 1600 мм, движение которой по точным шариковым направляющим. Продольное пиление производится от упора. Необходимая ширина устанавливается по линейке. Строгание базовой поверхности производится на фуговальном участке. Ширина столов 300 мм, длина 1300 мм. Ножевой вал с тремя ножами вращается от отдельного двигателя мощностью 2,2 кВт. Толщина съема регулируется удобным рычагом. Размер устанавливается по шкале. Формирование точного угла 90 градусов производится от упора. Перестановка упора на фуганах занимает не более минуты. Безопасность оператора обеспечивает кожух, который закрывает ножевой вал. Строгание заготовок по толщине производится на участке рисмусования. Для этого необходимо откинуть фуговальные столы и переставить кожух для аспирации. Подъем-опускание стола производится при помощи маховика. Размер отображается на линейке. Максимальная толщина заготовки 200 мм, ширина 300 мм, длина не ограничена. Подача заготовки автоматическая при помощи рифленого вала. Скорость подачи 7 метров в минуту. Безопасность работы обеспечивает когтевая защита. После рисмусования столы возвращаются в исходное положение. Снятие фасок на заготовках придаст законченный вид. Для этого переставляем упор в необходимое положение и производим строгание под углом. На фрезерном участке производим продольное фрезерование. Для этого устанавливаем защитный кожух и инструмент. Производим настройку по высоте и глубине фрезерования. Фрезерование производится по направляющим. Четкую фиксацию заготовки обеспечивает универсальный прижим. Мощность фрезерного узла 2,2 кВт. Диаметр вала 32 мм. Рабочая высота вала 85 мм. Три скорости вращения 3000, 6000, 8000 в минуту позволяют подобрать режим резания под любую породу древесины. После завершения продольного фрезерования производим раскрой плитного материала. Для избежания сколов пиление производим с подрезной пилой. Производим фрезерование по периметру с использованием каретки. После завершения фрезерных работ производим чистовую торцовку всех заготовок. Сверление пазов производим с использованием сверлильно-пазовальной приставки и концевой фрезы, которая крепится в специальный патрон. Максимальный диаметр фрезы 16 мм. Максимальные параметры пазования. Длина 100 мм, высота 80 мм, глубина 80 мм. Итак, подведем итог. Мы действовали по технологии, использовали все операции станка, и вот что у нас получилось.